Хорошая игра. Как бы то, что нарабатывали всю неделю, то, что тренера требовали от нас, думаю, что мы сегодня воплотили это в игру. Хорошие голы. Спасибо партнерам по команде, что давали передачи. За это им благодарен. Сзади на ноль. Впереди забили 4 мяча хороших. Так что двигаемся дальше. Дальше у нас Шахтер. Эту игру уже забыли, готовимся к ней. Хочу всех поблагодарить и спасибо болельщикам, что пришли в такую погоду. Поддержать нас, для нас это очень важно. Так что хорошая игра. Всем спасибо. Счет 4-0 показалось, что так очень легко дается команде и далась команде эта победа. А как, на твой взгляд, вот как человек, который со старта вышел сегодня? Честно, никакая игра легко не дается. Просто так, ну, сложились обстоятельства, мы плодотворно работаем каждый день, со дня в день работаем для того, чтобы достигать такого результата. То есть это плоды нашей работы. То есть так что все закономерно. Хорошо сегодня провели игру все. И вот он результат на поле. Сегодня ты впервые вышел со старта в Гомеле. Как оценишь свои кондиции на данный момент? Ну, я влился, получается, посреди сезона в самый разгар. Тяжело как бы было, потому что команда уже сыграна и не один год. Есть как бы подбор футболистов скомплектирован. То есть мне тяжело было влиться. Плюс я там в той команде, где я был и раньше, там пауза была, то есть сбора здесь, ну, чемпионат был в разгаре. То есть тяжело было. И от игры к игре спасибо Ивану Сергеевичу за доверие. То есть на замену, выходил на замену, то есть сколько требовалось, столько выходил. И сегодня наконец-то вышел в составе и, надеюсь, оправдал его ожидания, так как и всей команды. То есть я выхожу на поле не ради своих интересов, а чтобы помочь команде достичь поставленных целей, которые мы ставим перед собой. Поэтому рад, что забил сегодня, потому что на меня это немного давлело. Потому что хотел отметить результативным действием, ну, что сегодня так забил 2 мяча, дубль. Очень приятно. Еще раз спасибо партнерам. А выход в старте был ли неожиданным для тебя? Ну как, я работаю каждую неделю, да, там, а это уже тренер решает, там, того или иного футболиста поставить. То есть, ну, поставил, ну, спасибо, вышел и работаешь. Не поставил, выходишь, сколько даешь, 5 минут, 10 минут, полчаса. То есть, ну, это наша работа, так что тут нечего вообще расстраиваться.